снимаем вот этот короб. Снимаем вот эту вот обрешетку всю. Достаем, этот хвостовик держится там, по-моему, на 6 болтах. Мы его вынимаем, вместо хвостовика ставим такую шестерню. Потом на вот эти 4 болта откручиваем. Ставим переходную плиту, на которой будет крепиться насос. Ну и, соответственно, потом ставим сам насос. Как бы здесь. Вот так получается у нас готовый вариант. То есть вот эта муфта, в нее мы потом берем и вставляем насос. Он заходит. Ну, все, соответственно, прикручиваем его на болты. На 4. Потом мы вырезаем вот эту стенку. Эту табличку переносим немного левее. Вырезается 42 сантиметра. То есть сантиметр от этого болта и в эту сторону 42 санта. Это будет ширина распределителя, который нужно вырезать. Потом окно тех же 42 сантиметра параллельно этой стенке. Мы вырезали, у нас получилось вот такое. Здесь мы привариваем два уха. Здесь мы сверлим два отверстия и привариваем болты. То есть, чтобы можно было эту рамку просто закрыть. Все. На место аккумулятора забрасываем распределитель. Он крепится на двух болтах снизу. Распределитель будет уже висеть на рамке. То есть, мы вымеряем, просто просверлим два отверстия, вставляем распределитель, снизу прикручиваем. Здесь стоят аккумуляторы. Мы их переносим. Переносим, ставим в ящики аккумуляторов, крепится вот на эти два болта, по-моему, на эти два болта. То есть крепление там все готово, только болты вкручиваю и все. Аккумуляторные ящики. То есть они подключаются просто. То есть минус-минус, плюс-плюс. Плюс идет на стартер, минус пошел на массу. Можешь даже увидишь внизу. То есть мы открутили сиденье, открутили рамку. Там есть сиденье, есть 4 отверстия, на которые прикручивается эта штука. Прорезью вперед. Ну, может, смотрела вперед сиденье. То есть мы ее прикрутили, а эту часть привариваем на рамку. Тоже, чтобы эта часть была спереди. То есть она приваривается, не прикручивается. И потом сиденье, то есть эта рамка соединяется. То есть здесь стоят подшипники. Вот у нас соединилось все. То есть...